Наши участники входили в образы для третьего прямого эфира по-своему, причем каждый это делал по-особенному. Каким оказался шансон для них, давайте узнаем прямо сейчас в дневниках шоу «Фактор Бай». Меня зовут Хелена Мирай, поехали! Опиши шансон тремя словами. Искренность. Народность. Вечерняя посиделка, наверное, какая-то. Блатной. Слово. Любовь. Любовь. Душа. 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 Душевный. Знаешь, что ты говоришь душевный? Типа, кто-то душевный, а ты душевный. Он душевный. Ну, просто у меня песня была веселая, она такая заводная прям. Алена, ты сегодня жжешь. Заводная. Душевная. Душевная. Заводная. Блатной. Поэтому пусть будет так. У нас по факту были только две зажигательные песни. У меня такая ассоциация теперь. Потому что я вообще до этого не слушала шансон, понимаете? А теперь весь плейлист. А теперь у меня будет плейлист шансон. Отдельно. Я буду его слушать. Люби. И сердечко. Шансон, сердечко. Так мы каждый раз, понимаете, каждый эфир шоу «Фактор Бай» — это отдельный плейлист. Сохраняйте и переслушивайте. И все. Эфир был про шансон. И это всегда очень сложные образы. Как войти в этот кураж? Так как шансон у нас про любовь, про страсть. Здесь главное найти контакт, коннект со зрителем, внедриться ему в душу, и все будет сделано. Как ты внедрялась в душу зрителя? Зрители там. А мы здесь. Да. Ты просто вдаешься в какие-то воспоминания, в какое-то то время, когда ты мог чувствовать, да, определенные эмоции. И все, и ты передаешь это зрителю. Ты разговариваешь с ним, и ты рассказываешь свою историю. Насколько тебе было тяжело или легко вживаться в шансон? Относительно легко. Тяжело было настолько глубоко пропустить через себя, чтобы дать правильную эмоцию в слово и не растерять себя, чтобы просто не болелось на сцене и допеть песню до конца. Это мне очень сложно, потому что я рвусь каждый раз. Ты же знаешь. Несмотря на то, что это уже знакомый зрителям от меня лирический образ, он все-таки был немножечко с другой грани показан. Это была такая не страдальческая лирика, а душевная история. И вот такие вещи особенно непросто показывать. Это какая-то из 57 граней Маргариты? Один из моих тараканов. Я красиво ассоциацию. Нет, с брюликами. Просто я первый эфир, у меня же были в номере тараканы в голове. Где номера была про тараканы в голове, поэтому я придерживаюсь. Опиши шансон тремя словами. Спасибо, до свидания. Как раз три слова, кстати. Для меня шансон – это прям вот такие вот блатные песенки, которые хочется... С характером, да, со вкусом. Да, с характером, которые хочется петь где-то там за гаражами, с ребятками вот это вот. Отплясывать. Ассоциация за гаражами с ребятками. Ну, не знаю почему, но вот мой номер, у меня была вот такая вот ассоциация. Посмотрите на Лену, да, на Леночку. Ну вот на этот сладкий пирожочек. И тем временем, Лена, блатной номер у меня был. Короче говоря, было круто. Мне все... У тебя даже манера разговора меняется, понимаешь? Да, ну я же говорю, я же меняюсь не только на сцене. Стараюсь вживаться и до, и после. Ага. Поэтому я уже даже вот так разговариваю. Такое послевкусие у нас после эфира вот такое вот. Да, именно. Как это произошло? Как вот, я поменялась? Да, вот эта трансформация. Когда вернется Лена, которую я, например, знаю? К следующему эфиру. На следующей генеральной репетиции по расписанию. Ну, когда получу песню, я надеюсь, что я буду петь что-то такое волшебное, прекрасное. Я буду такая маленькая феечка. Какой для тебя вот этот жанр, шансон? Знакомый, интересный достаточно и местами провокационный. Провокационный? Да. В чем была провокация на третьем прямом эфире шоу «Фактор Бай»? Это особый, как бы, для меня лично даже стиль музыки, да, который требует какого-то индивидуального подхода. Казалось бы, такой, да, он достаточно бытовой, но при этом не каждому под силу войти в эту стихию. Так. Ты уже так вошел в эту стихию, что уже даже бороду почесывает, задумчиво говорит, рассуждает. Глубина, понимаете, чувствуется. Философия. Вот это. Шансон – это же философия бытовая. Это чувствовать надо. Это должно быть где-то внутри. Да. Как ты можешь описать шансон тремя словами? Чувственная, красивая музыка. Даник, подождите секунду. Ты просто очень-очень быстро, вот прям максимально быстро подобрал три слова. Да. Ты слушал шансон до эфира?
Шансон – это моя жизнь, люди. Перманентно наблюдаю за исполнителями. Любовь Успенская – одна из них. Михаил Круг. Советский шансон, Иосиф Давыдович Кобзон. Тут разные жанры у него, но в целом у него и шансоновые песни тоже есть. Александр Яковлевич Розенбаум – это все. Вот это сразу запоминаем. Разрыв сердца. Да. Каким был этот эфир для тебя? Наполненным любовью, теплотой, где-то даже болью, а где-то ресторанной лирикой, пусть никто не обидится. Такой поджанр тоже есть, и он имеет место быть. Что ж, не будем больше погружаться в воспоминания третьего прямого эфира. Продолжим творить историю уже в эту пятницу в 20:45 на телеканале «Беларусь-1». С вами была я, Хелена Мира, и дневники шоу «Фактор». Бай. Пока-пока.